Глава региона обсудил с руководством компании Marubeni Corporation перспективные направления сотрудничества. Соглашение специальной бизнес-миссии японских предпринимателей в Ивановской области было принято на заседании Российско-японской межправительственной комиссии. Бизнесмены, кстати, приехали в регион на «Ласточке». Именно благодаря скоростному сообщению транспортная доступность губернии улучшилась, а значит и инвестиционная привлекательность подросла. В ходе рабочей встречи участники обменялись мнениями по наиболее перспективным направлениям сотрудничества. Речь шла о текстильной отрасли, машиностроении, здравоохранении и гостиничном бизнесе.